Добрый день, меня зовут Константин Шишко, я вас приветствую на канале «Процветок». Сегодня мы хотим посмотреть вот на огромную золотисто-кончиковую гигантскую тую. В данном случае мы показываем вам ее, какая она выросла огромная. В данном месте она как бы нас устраивает, и мы ее стричь не будем. На входной въездной зоне мы ее видим на штамбе. И вот мы имеем эту золотистую тую, которую предварительно мы удалили нижние ветки, сделали ей штамбовую такую форму. И в данном случае мы хотим провести уже такую завершающую обрезку, сформировать вот эту верхнюю часть. Даже такая радикальная стрижка, вот в виде того, что мы обрезали нижние ветки, и будем сейчас тоже много срезать, для туи она перенесет это нормально. То есть она болеть не будет и начнет быстро наращивать новую массу. Мы немножко уберем верхушки, сократим рост, и потом выделим какие-то вот фрагменты. Она подсказывает уже сама, то есть по ходу мы все увидим. Ну вот мы видим результат наших трудов. Из туи, которая была бы дониза вся заросшая ветками, была сформирована верхняя часть. А сегодня мы сделали уже окончательную обрезку. Я назвал бы эту обрезку форма клубники, плода клубники, да, ягоды клубники. И вот это такая как бы первоначальная. Вот эти срезы, которые остались зелеными, они буквально в ближайшее время станут желтыми, потому что там не было солнышка. Ну и вот эту обрезку, когда мы будем постригать постоянно, она только будет улучшаться. Если хотите увидеть еще много интересных роликов о топиарной стрижке, подписывайтесь на канал «Процветок». Всего хорошего, до свидания.